Несмотря на то, что в последние 7 лет количество пожаров в Чувашии снижается, ситуация по-прежнему тревожная. Особого внимания она требует в пожароопасный сезон. Об особенностях профилактической работы в летний период говорили на совещании главы Чувашии и правительства республики. В первой половине года в Чувашии зарегистрировано 455 пожаров, в которых погибли 38 человек. Это больше, чем в прошлом году. Чаще всего пожары происходят в сельской местности. Там же и подавляющее большинство погибших. К сожалению, растет количество пожаров по причине нарушения правил устройства эксплуатации печей и дымоходов. Рост на 20,7%, 111 пожаров. Или каждый четвертый пожар по этой причине. И надо отметить, из 111, 82 пожара – это бани. Каждый пятый пожар на территории республики – это бани. Но надо отметить, что по многим субъектам эта цифра, она намного-намного меньше по показателям, чем у нас. Заметно больше, аж на 40%, стало пожаров из-за неосторожности при курении. Ну и еще одна постоянная, к сожалению, причина – алкоголь. Из 38 погибших в этом году в состоянии пьянения были 22 человека. Если брать в разрезе муниципалитетов, то здесь в последние 3 года наметились свои антилидеры. Шумерлинский, Алаторские районы, в этом году к ним прибавили Шимушенский и Красночитайский. Технических средств и специалистов распоряжения Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям достаточно. Кроме того, не так давно за счет республиканского бюджета было приобретено сразу 15 новых пожарных машин. Столько же из автопарка Госкомитета необходимо передать в районные подразделения и пожарные дружины. Глава Чувашии потребовал завершить передачу техники к 15 августа.